Всем привет, меня зовут Роман Евдокимов. Меня зовут Валерия Репина. Меня зовут Макс Белбородов. Футбольная команда лишается финансирования, вылетает из чемпионата. Капитану команды приходится взять на себя должность гендиректора клуба. Ребята решаются на самые неожиданные для себя поступки. Грабежи, разбой, нападения, футбол. Все. Что будет дальше, смотрите только на Море ТВ и Винг. Гомосеки, выходите. А что, завтра тренировки не будет?